О, вы уже снимаете крышу. О, какие молодцы. О, какие молодцы. Ну ты вообще молодец, ты просто красавчик, смотри, прям уже вчера вот еще вот была, вот эта крыша была, да, а сегодня этой крыши уже нет. Молодцы, молодцы, мне прям сегодня нравится, как вы работаете. Мне себе прям очень нравится. Что-то присел, что-то меня это напрягло. Смотрите, какой кортик красивый. Вообще просто замечательно. Еще с консерваторскими свечами. Замечательно, просто замечательно. Завтра вы, наверное, вот это вот все снимете. Вот это вот все вы, наверное, снимете уже завтра. Вот, а сегодня уже вот, уже проглядывает что-то, да? Ага. Ну, давайте. Все, горжусь вами, все, давайте. Ага, давайте. Давайте, давайте, ага. Ага. Тобой особенно. Да, Сергей, мне прям нравится, как вы работаете. Активненько так сегодня прям, просто молодцы. Просто молодцы. Какой красивый вот этот костик, мне вот он нравится. Вот он прямо когда откроет леса, будет вообще замечательно. Спасибо вам. Дяденька, спасибо тебе большое, что вы активно работаете. Ой, а что это рыбка сорвалась с крючка? Вот это вообще красотища. Вот это вообще вот будет просто. Да, пока это, правда, плохо видно, но это будет просто великолепно. Это будет просто замечательно. Да, сегодня мне прям нравится, как вы работаете. По-моему, темпы увеличились, как только я начал с вами следить. Мне кажется, темпы увеличились. Вот вчера вот то было все закрыто. Сегодня уже... Там вот все открыто уже, а это пока закрыто. Ну ничего, нормально. Темпы хорошие. Вот, молодцы, молодцы. Вот могу просто вас похвалить. Вот сегодня мне просто понравилось, как вы работаете. Вот. Такими темпами будете работать, прямо мы 1 сентября прямо переедем. Отдельное спасибо. Отдельное. А это кто такой? А, это куртка. Вот, поэтому, ну, надеемся, да, что скоро переедем. Ага. Такое сочетание консерваторские свечи и вот как бы снимается крыша. Консерваторские свечи просто великолепные. Вот когда откроют, это будет просто такая вообще просто, ну просто слов нет нормального. Консерваторские свечи, когда снимут леса, это вообще будет замечательно. Но правда на следующий год, следующие консерваторские свечи следующего сезона. И вот без лесов, я надеюсь, все будет. И вот это все будет вообще замечательно выглядеть. Но консерваторские свечи вообще великолепные. Так, ну где вы там? Где вы? А, вот. 500 человек каждый день, днем и ночью работают. Просто великолепно. Это просто потрясающе просто. Спасибо. Просто вот как муравьишки реально. Вот просто ассоциация, другой нет. И консерваторские свечи, главное. Так, там пока никого нет. Где там течечка-то? А, вот. Уже намывают окна вовсю. Окна вовсю намывают. Значит, это окна все-таки не временные. Значит, это все-таки нормальные окна. Ну, в смысле, которые будут и без изменений. Да. Ну, перекурчик надо сделать, это понятное дело. Без перекурчика никак. Это ясное дело. Вот, там что-то такое, канистрочку. О. Ну, процесс идет, собственно, активненько, все видно. Большие молодцы. Мне очень нравится. Вот сегодня просто... Просто сегодня супер. Сегодня просто супер. О, лев тут какой-то. Ну, я помню, как это выглядело до лесов, еще до ремонта, но я как-то не замечал этой красоты. А когда это все снимут, это будет вообще великолепно. То есть уже видно, что ремонт выполнен на высочайшем уровне. Я не могу ближе приблизить, но вот... Видно уже, что вот эта красота. Уже видно. Михаил Иванович, вы со мной согласны? Михаил Иванович? Ну, видно, что он окаменел, конечно, от того ужаса, что происходит, что так долго делали его заведение. Вот, ну понятно, вы в шоке, конечно, и вы окаменели. Понятно. Вот, но уже видна вот какая красота вообще, посмотрите. Это же просто, это же все вручную было сделано, восстановлено.
Мастера вообще просто молодцы. И вот этот вот лев главное. Вот окна нашего театра. Какая-то верхняя здесь, да, будет, понятно. Молодцы, молодцы. Вот, так что... Просто замечательно. Ой. Что это там? Да, проглядывает, конечно, уже просто замечательная красота. Красота красивая. Так, ну это пока еще надо снять, конечно, понятно, еще не доделали. Вот, но вот это вот, конечно, просто великолепно. Это просто замечательно. Так, ну это не консерваторские свечи, конечно, консерваторские свечи с другой стороны. Вот, видимо, окна нашего театра. Ну, вот эта сторона, это театр наш. Вот, а вот это вот, конечно, просто. Кофе с молоком, просто как кремовый тортик теперь. Вообще просто. Ну, надо доделать, конечно, это видно, что делается, но... Вот, но это, конечно, замечательно. Ой! А это что, уже сделали консерваторию, что ли, за такое время? Пока я оттуда шел сюда. Смотрите, сделали уже. Ладно, я шучу, это Академия художеств, короче. Она просто очень похожа на консерваторию, особенно вот этим местом. Помните, я там вам показывал? Вот этим местом особенно похоже. Портик называется. Но здание очень красивое, на самом деле. Но вот это вот и у консерватории очень похожие места. А я уж так думал, что консерваторию уже сделали. Ладно, пойдем дальше. Слушайте, а ведь реально ведь консерватория похожа на Академию художеств. Ну, тоже творческий вуз. Вот, только там рисуют, а здесь играют. Вот здесь наоборот. А вообще, видите, похоже чем-то, да, видите? Отсюда видно, наверное. Тоже, видите, такая же архитектура очень похожая. Поэтому я, когда увидел, я потому что сделали концы уже, но это оказалось Академия художеств. Легко перепутать, правда? Вот, так что ждем, когда откроют консерваторию. И они будут перекликаться, мне кажется. Вот, перешел Неву и конца. Перешел сюда и Академия художеств. Вот, будет похожее, кстати, здание. Вполне возможно, кстати, что они построены в один день даже. В один час, в одну минуту. Вот, ну, выясним, это мы выясним.